Минской трибуне. Это Дмитрий Копий, который, собственно говоря, будет помогать мне в проведении комментария этих матчей. Итак, у нас, вот мы видим на экране начинается уже Покровчан. Возле мяча сейчас номер 5. Это Анатолий Милинский. Номер 13 на 4-м месте в чемпионате Украины экстралиги. Это могли бы достаточно успешно бороться. Хороший удар. Давай. Уходит Шклярука, ударивает. И Романовский забивает этот мяч. 2-2. За площадь ворот. Вообще без шансов, по-моему. Да, большую площадь, но и видим, что техника вот уже нет, техника нет, да? Он сделал явное движение в угол, попытки там даже не рукой отбить, а в надежде, что мяч попадет в него. Так, 1-0 у нас уже в серии пенальти. Давайте там зря. И угадал удар Петр Ильки. На хорошей высоте пробил, ну такой на уровне пояса, немножко в сторону от центра ворот, ну достаточно грамотный удар. Евгений Жук. Кстати, я прозевал, кто пробивал первый удар, мы не сказали телезрителям.
в составе «Титан Зари». Денежук попал сейчас во вратаря. Антон Заценко, да, по-моему? Именно так зовут этого игрока. Извиняюсь, Андрей Заценко. Сейчас возле мяча. Не обманул сейчас Петр Ильких Андрея. 2-1 у нас счет в серии пенальти. Виталий Нестерук выходит. Общий счет 4-3. Сейчас все решится. Ну, не, может и не сейчас. Может и не сейчас, но... Пробивает Виталий Нестеренко. Юрия Васильченко. Вздохнули трибуны. Ну а сейчас Антон Тарасенко. 25-й номер. Ну, вот он, момент истины. Нервно как-то подходит к мячу Тарасенко.